хочешь узнать, как стать популярным и получить от меня пиар? Тогда смотри это видео до конца. А пока что насладись моими смешными и прикольными видео из Кваль. Поехали! Что вам надо? Шоколада. Что вам нужно? Шоко нужно. Что вы хотите? Шокотите? Уноси, я тебе сказала! Мама, там холодно! Посмотри, какой он хорошенький. Ой, убери эту гадость! Это той пудель! Той пудель. Сколько он стоит? Какой хорошенький такой. Он такой маленький. Ты меня не тролль, ты меня не тролль. Видишь, как любовь убивает боль. Ты меня не тролль, ты меня не тролль, ты меня не тролль. Видишь, как любовь убивает боль. А 15? Нет, 15 это 10 плюс 5. А 2 плюс 2 сколько? 4. А 2 плюс 7? 10. Асио! Асио! I see your monsters, I see your pain. Tell me your problem. Мам! Ты что, совсем больной? А принеси, пожалуйста, полотенце. Здравствуйте, а мы к вам не зайдем. Пока. Здравствуйте, а мы тоже к вам не зайдем. Даже не упрашивайте. А мы к вам тоже не зайдем. Девушка не к вам. А, домой пошли. Я самый грязный заяц. Бакс в бане. Кидаю деньги в сауну. Бакс в бане. Мешаю мента с колой. Пш-пш, по приколу. Она прется с меня, как школота от новой школы. Лиза, схватит, все! Одеяло и подушки ждут. Are you ready for it? Мы встречаем разных людей, но нас объединяет одно. Печеньки! Нет! Инновации. Ой, а что ты ешь? Дай попробовать. Свет, отвали, дай поесть. Ну, а? Андрей, ну дай попробовать. Я у тебя спрашивал, ты не хотел. Ну, Андрей. Нет. Зачем мне напрягаться, а врач он поможет. Не переключайся. Сейчас ты узнаешь, как стать популярным и как я тебе в этом могу помочь. Кстати, это были ролики из приложения Кваи. Если ты хочешь увидеть еще больше классных роликов, тогда подписывайся на меня в Кваи. Ссылка на приложение Кваи будет в описании. Ну а вы обязательно подписывайтесь на мой профиль. Еще хочу обратить внимание, когда вы подписываетесь, обратите внимание на то, что на моей аватарке должна быть галочка, которая говорит о том, что вы подписываетесь на реальную Барвину. Сейчас я вам покажу, как можно меня найти. Заходите в поиск и пишите Барвина. Находите, и я тут первая. Вот я сверху, самая-самая первая, и на моей аватарке галочка. Заходите и подписывайтесь на меня. А теперь самое главное. В Кваю очень легко стать популярным. Просто сними классное видео, и ты сможешь получить десятки тысяч просмотров, даже если у тебя совсем нет подписчиков. Это потрясающе. Ты, наверное, думаешь, о, это сложно. О, я не смогу. Но сейчас я научу тебя снимать качественные ролики в Кваи, шаг за шагом. Я уверена, что у тебя получится. Ну что, пошли учиться? А после этого я тебе расскажу, как получить от меня пиар бесплатно. Поехали! Итак, чтобы начать снимать видео, нужно нажать на камеру. Она вот тут вот. В Кваи можно снять свой мини-клип. Чтобы подставить музыку, нужно нажать вот сюда вот на значок «Музыка». Тут очень большой выбор музыки. Поэтому нажимаешь вот сюда вот на «Музыка» и можешь сидеть и выбирать, какая музыка тебе больше всего нравится. Мне очень нравится «Кваи», потому что тут очень большой выбор масочек. Заходим вот сюда вот. И можно выбирать. Моя любимая это вот эта вот.
виде русалочки. Мне кажется, она безумно милая. Посмотрите, какая она прикольная. Но тут есть и другие. Допустим, вот такой вот рот. По-моему, это просто потрясающе. Также есть тут и смешные какие-то. Допустим, вот такая вот масочка. Когда вы сняли видео ваше, вы можете придать вашему новому видео какой-то другой цвет, сделать какой-то эффект, выбрать обложку, стикеры. Ладно, давайте все по порядку. Чтобы поменять цвет вашему видео, нажимаете вот сюда. Вот это первый значок, на нем написано «фильтр». И вы можете поменять цвет. Допустим, нежный, черный, тут просто темный есть. Тут очень много разных цветов. Но мне больше всего этот нравится, я его чаще всего использую. Выбрали ваш цвет, нажимаете «Done». И дальше «Музыка». Музыку тут тоже можно поменять, если вы сняли, допустим, вот под эту музыку, которую я сняла, но вдруг вам захотелось ее поменять, тут вы можете тоже поменять. Музыку я не хочу менять. Дальше, эффекты. Это, наверное, мое самое любимое. Думаю, кто же не любит делать какие-то эффекты? Тут есть «Spooky», «Shock», «Black». Мне нравится «Black». Особенно, когда я снимала видео с папой в «Quiet», то мы обычно использовали «Black». Он прикольно смотрится. Смотрите. Чтобы сделать какой-то эффект, нужно выбрать для начала эффект и просто держать. Столько, сколько вам нужно. Тут их очень много. И думаю, вы тут точно что-то найдете. Дальше, когда вы уже поняли, что больше вы не хотите никаких эффектов, нажимаете на «Done». И выбираете обложку. Думаю, что это тоже одно из самых главных. Она должна быть четкой, красивой, чтобы зрители захотели на нее зайти. Это еще одно очень главное. Мне кажется, вот это вот сейчас. Иногда нужно... Вот это, по-моему, прикольно. Дальше, еще что тут очень прикольно в Quiet. Можно написать что-то. Вот, допустим, я вас люблю. Или поставить какой-то смайлик. Я вас... И давайте смайлик сердечко. Люблю. Вы можете его поставить куда хотите. И будет вот такая вот у вас обложка. Можно поставить, допустим, не в такую вот полоску, а поставить вот такой вот какой-то значок. Или вот такой значок. Я чаще всего ставлю такой. Он прям девичий-девичий. Его можно делать больше, меньше, ставить в разные стороны. Но если вам всех эффектов мало, вы можете добавить еще. Сейчас я вам покажу, как это сделать. Видите, тут в углу есть значок «More». На него нажимаете. И самое первое, тут написано «Эффекты» и звездочка вот такая вот. Нажимаете на него и выбираете эффекты. Мне нравится эффект в виде вот такого вот дождика. Смотрите. Еще я хочу вставить, наверное, эффект с шариками. Мне кажется, он безумно милый. Я вставлю его вот сюда. Все, та-дам! Когда ваше видео готово, нажимаете на значок «Next». Вы можете написать тут что-то своим подписчикам, зрителям или поставить какие-то хэштеги. Когда вы написали, поставили хэштег, нажимаете на значок «Post» и оно автоматически размещается. Также, если вы захотели с кем-то снять дуэт, вы нажимаете на это видео, и тут у вас написано «Duet with me». Нажимаете на это, и вы готовы снимать. Снимаете, допустим, я сейчас буду снимать с этой девочкой. Вот, и вы можете снимать. Давайте посмотрим, как у меня вышло. Вот. То есть вы вместе с этой девочкой. Вот. Если вам оно нравится, то тоже можете его обработать, нажимаете на Next и размещаете его. Также тут можно со своими друзьями, с подписчиками переписываться. Для этого нажимаете на вашу аватарку, у меня вот такая вот, и у вас тут написано Messages. Нажимаете, и вот смотрите, сколько у меня сообщений. С некоторыми подписчиками я тут переписываюсь. Ну о чем снимать? Может быть, ты мне сейчас скажешь, что у тебя нет идей? Тогда тебе точно нужно зайти в раздел хэштегов. Сейчас я тебе покажу, как. Заходим на поиск.
нажимаем search, то есть поиск, и выбираем хэштеги. Тут есть много интересных видео с разными хэштегами. Ты можешь посмотреть их и снять такое же видео. С помощью хэштегов ты можешь стать популярным еще быстрее, так как тебя будет легче найти, и пользователи тебе будут ставить гораздо больше лайков и просмотров. Ты, наверное, ждешь, ну когда же я скажу, как я могу тебя пропиарить? И вот этот момент настал. Слушай внимательно, чтобы ничего не пропустить. Сейчас я все расскажу. Я провожу суперконкурс в Квай. Победители получат от меня пиар своих профилей в Квай на моем аккаунте Квай, где более 200 тысяч подписчиков, а также пиар с моего YouTube-канала Барвина, где более 2 миллионов подписчиков. Правила конкурса очень простые. Сними видео с маской Квай Барвина, танцуй со мной. Самые креативные видео станут счастливчиками. Поставь хэштег Квай Барвина под видео, которое ты снимешь. Я выберу лучшие видео, и их авторы получат от меня один из призов. Третье место. Лайк и комментарий под видео с танцем Квай Барвина. Второе место. Я подпишусь на твой аккаунт в Квай. И, наконец-то, первое место. Ваши видео с танцем попадут ко мне на YouTube-канал Барвина. Также я укажу ссылки на ваши профили в Квай. Подробные условия конкурса смотри по ссылке в описании. Итак, не теряй ни минуты, регистрируйся в Квай. Кстати, когда я только завела себе Квай, у меня первые видео набрали почти 100 тысяч просмотров, хотя у меня совсем не было подписчиков. Надеюсь, повезет именно тебе. Ждут тебя и твои видео с моей эксклюзивной маской в Квай. Всем пока-пока, люблю вас!